Доброе утро. У меня на сегодня запланирована съемка видео. Выходные дни я очень редко снимаю, может быть, один какой-нибудь кусочек. Думаю снять видео про блогеров. Меня спрашивали, какие мне нравятся, каких я люблю смотреть. Последняя серия американской истории ужасов – это вообще... Вообще такой шлак. Пишите свое мнение на этот счет. Я разочарована. Такие офигенные были. Так снимали классно. И тут такое дерьмо. Фу, короче, жесть. Всем привет. О, у нас такое солнышко. Обалдеть, просто красота. Жарит, конечно, вообще жесть. Стоять здесь невозможно. Сегодня я убираю елку. Все, елки нету. Да, у меня был такой Новый год, переходящий в 14 февраля, потому что я уже украсила немножко для Дня влюбленных. Вот тоже. И вот. Поставила гирлянду из снежинок. Не знаю, там уже некоторые снежинки не работают, поэтому либо оставлю и будет она на фоне у меня там блистать, либо я ее уберу, либо выкину. Потому что так не кайфово в следующем году достать гирлянду, и она не вся светится. Видели? Первая косичка моя. Наконец-то волосы хоть чуть-чуть отрастают. После этой стрижки долбанной уже прошло... Уже почти год прошел. Вот за год той стрижки сколько отросло. Ни разу не подстригалась. Девушка говорила, что у нее легкая рука, волосы быстро отрастут. Кстати, я уже давно пользуюсь этими духами. Их совсем не поубавилось. Хотя я использую их каждый день. Я почему-то думала, что они этой зимой закончатся, но мне кажется, нет. Как на улице спокойно.